В этом году на ремонт муниципальных школ из областного бюджета выделят 150 миллионов рублей. Об этом стало известно во время рабочей поездки в Рио губернатора Игоря Бабушкина в Ахтубинский район. Глава региона встретился с жителями села Золотуха. Они пожаловались на плохое состояние образовательного учреждения. Ремонта здесь не было 30 лет. Как отметил глава регионального министерства образования Виталий Гутман, в школе Золотухи в первую очередь заменят оконные рамы. Действовать нужно только через возмещение. Глава муниципалитета выделяет на ремонт деньги, после чего Министерство образования возмещает потраченные средства. В рамках федеральной программы построят также и спортивную школу. Впервые за 20 лет появились деньги на ремонт муниципальных школ. Их 150 миллионов на всю область, это пока не так много, но это первый шаг. Вот сейчас решим, добавим аналог, мне нужна будет в течение буквально ближайших 2 недель смета. По конкурсам отыграйтесь и доделайте эту площадку. Также в селе построят новое медицинское учреждение. Сейчас участковая больница находится в аварийном состоянии. Она обслуживает 4 села. Здание 901 года постройки. Полы проваливаются, отопление печное. Как отметили в Министерстве здравоохранения, ремонт здания нерентабелен. На сегодняшний день у нас реализуется уже механизм в рамках наших проектов. Приобретаются модульные постройки. Мы здесь рядышком уже модульные построили, поэтому на сегодняшний день мы займемся тем, чтобы признать это здание аварийным. Нам нужен дотация для того, чтобы направить их уже в федеральный министр, и нам выделили деньги в рамках нацпроекта на построение.